В Набережных Челнах отремонтируют улицу Техническую, расположенную в промышленной зоне. Объявлен тендер на проведение работ, начальная стоимость которых 300 миллионов рублей. Длина участка около 6 километров. И это единственная улица в промышленной зоне, где еще не проводился капремонт. Отмечу, что отремонтировать Техническую обещают к началу октября. В Татарстане 297 детей-сирот получат в этом году жилье, сообщает Татаринформ. На эти цели из федерального и республиканского бюджета выделено более 355 миллионов рублей. К слову, в 2017 году квартиры от государства получили 305 детей-сирот Татарстана. На 2 года отстранили от участия в чемпионате города челнинскую команду «Белые медведи». Причиной послужил конфликт, произошедший во время игры с менделеевским «Амонием». Тогда хоккеисты «Белых медведей» избили арбитра матча. Зачинщик драки получил пожизненную дисквалификацию. Еще 4 человека отстранены от игр на 3 года. Кроме того, на них, как и на команду, наложены денежные штрафы.